Вы знаете, Дмитрий Дебров, когда вас представлял, назвал вас королем Сибири. Вот у меня такой вопрос. Кроме Новосибирска, в котором вы живете, в вашем родном городе, где вы в Сибири были в этом году? В Кемеровской области, Республика Алтай, Алтайский край, Тыва, Хакасия, до Якутска не добрался, Омск. По депутатским делам или по... Я, к сожалению, к категории людей, которые заняты одним делом, не отношусь. Я пытаюсь как-то все время совмещать, дисциплинирую в том числе и своих коллег по не сегодняшней деятельности, а по основополагающей, по борцовской. Либо встречу проведем, либо тренировку с ребятами. Мне однажды сказали, выборов нет, для чего ты школьников собираешь, они же не голосуют. Я говорю, дело в том, что я говорю, не часто же к ним трехкратно приезжает. Иногда приходится быть не очень скромным. Поэтому вот так вот за этот период. А разве совмещать не проще в Москве? Вот все же в Москву приезжают и говорят, потому что совмещать удобно. Да, кто-то из умных сказал о том, что не всегда прямой путь самый короткий. Это во-первых. Если отвечать чуть длиннее, а кто там останется? Ну, все съедут сюда, все сократят. Издержек не получится. Я когда боролся, у меня было плюс 4 к каждому перелету. Я именно плюс 4 часа, потому что надо было с Новосиба добраться сначала до там, Москвы или еще куда-то. Там. Мы, учитывая, что мы с 83-го года прошлого века, у нас опорная база была Алушта, Крым, база сборной СССР, вот, борцовская, именно классиков. Соответственно, летали не всегда через Москву, а летали мы через Актюбинск или Оренбург. Вот. И как-то так. В случае с Евгением, это знаете, как когда ты сдаешь преподавателя, даже если ты не очень уверен в своих знаниях, но преподаватель добр к тебе. И иногда в части, точнее, чаще всего в этом случае, в части вопроса задана, если не часть ответа, то хотя бы настроение, которое предполагает этот ответ. Нет, подкупает то, что подготовился, то, что посмотрел, ведь многие участники вот вашего цеха, фабрики общественного мнения, они настолько самососредоточены, что никогда не знают то, что сделали их коллеги. Вот, и предлагают или предполагают оригинальничать. Здесь я этого не увидел. Ну, если я могу судить, в общем-то, я же на самом деле не далеко не журналист. Но то, что произошло, удобно, наверное, неправильно. Комфортно тоже не то место, это не диван. Все было, на мой взгляд, верно и во здравого смысла. Ну, надеюсь, мои длинные ответы не отвлекли нас.